всех есть свои того, даже у тебя свой. Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый птаха. Я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Да, мертв. Привет от лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно, смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Какой хороший день. Птаха, а кто... Как там, черт побери, ее звали? Джейд. Кто это Джейд? Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги и, так сказать, кахонос. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Да! Пусти его. Это опасные люди. Берите им дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь. Если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы. Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался, птаха. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. Отлично. Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. У меня для всех вас сюрприз. Рванье достал. С мертвого бомжа снял. Эй, друг, тебе помощь нужна? Да
Я помощник. Он поехал в город за снаряжением. Красавчик, вот сюда. И что же это за снаряжение? О, каков красавчик. Просто снаряжение. Для работы. А, важный бизнесмен. Ну смотри осторожнее. А то у нас тут пришлых не очень любят. Мне проблемы не нужны. Эй, разве ты не встречался со своей сестрой? Даю 20 баксов. Эй, это еще что такое? Пахнет как тухлая скумбрия. Чего ищешь, придурок? Неприятности? Ах ты, сукин ты сын! Байкер недоношенный! Ты кого назвал недоноском? Свинточивый газ, баллончики, о, все, нет, лишь бы побольнее. Тут чувак истекает кровью. Тут все только начинается. Принял на грудь, готов порвать кому-то пасть. Тяжелую котлина. Так, ладно, спокойно. Процедуру ты уже знаешь. Слушайте, вы же сами все видели. Я стал жертвой обстоятельств. Тот парень на меня кинулся. Ха-ха, насрать. К черту подробности. Ты уже дважды чуть не сел за то, что избивал Донну Джо. Но это, приятель, третий прокол. Хвоя, угадай, какого вонючего козла мы сейчас загребли. Так точно. Твоего убогого зятя! Больше он к Донни Джо не притронется. Прием! Ой, ты у меня за это еще получишь! Я тебя в жопу сапог засуну! Конечно, конечно, сынок. Расслабься и жди кавалерию, ладно? Больше женушку бить не будешь. А вот у твоей попки начнутся тяжелые будни. Thank you.
Знаешь, что такое социальные сети? Там полно девчонок. Просто тьма. Сроду такого мощного маха не видел. Кто-нибудь звоните в полицию. Тут хрен знает, что творится. Чувак, я тут работаю. Не убивай! Я просто тут работаю! Парикмахерская! Ежедневно! Ровно в 12! Эй, амиго! Как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае зайди в оружейный магазин МакГарменда. Там для тебя небольшой презент.